В Центральной районной библиотеке собрались любители словесности, чтобы поучаствовать в необычном конкурсе чтецов. Ленинский район в этом году впервые присоединился к всероссийскому чемпионату под названием «Открой рот» и провел отборочный тур. В это же время лучших чтецов выбирали в 200 библиотеках по всему Подмосковью. Дикой энергии была старуха. С утра затевались одновременно стирка, готовка, шитье новых наперников на подушке. Чемпионат чтецов проводится в России с 2011 года, а в прошлом году и вовсе стал международным. Отборочные туры прошли в Страсбурге, Париже, Лондоне и других городах мира. Основное правило – никакой подготовки. Участник выходит на сцену, получает совершенно незнакомый текст и должен прочитать его не только правильно, но и максимально выразительно. Одно дело, когда ты читаешь, например, стихотворение, ты выучил, да, и вот ты уже знаешь, о чем говоришь. А тут ты берешь, как на экзамене, листок, впервые видишь этот текст, но это очень сложно. Волнение было, безусловно, потому что читали с листа, первый, так сказать, текст, ну, сложно, немножко волновалась, безусловно, потому что привыкла читать про себя, вот, а здесь надо было читать вслух. Участникам предстояло пройти три тура. В первых двух они читали прозу, а последний, пожалуй, был самым сложным, потому что стихотворный. Так утекают реки вспять по сухой листве, так предаются руки арфе и тетиве. Лучшего чтеца Ленинского района выбирала компетентное жюри, в которое вошли филолог, писатель и актриса Народного театра ТВИД. Перед ними стояла весьма сложная задача, ибо все конкурсанты показали высокие результаты. Я получила очень большое удовольствие. Я поняла, что это нужно проводить. Это действительно здорово, действительно интересно. Речь замечательная, хорошо читают, так что я думаю, что еще не все пропало в нашей жизни. В результате лучшим чтецом Ленинского района единодушно был признан Евгений Зорин, который покорил жюри своим артистизмом и неповторимой харизмой. Прошло легко. Ну, вы знаете, что у нас видно, литературная столица Подмосковья. И многие наши, как говорится, видновчане являются членами Литобнедения имени Шкулева. А кто не является, тот в акцент ходит, в детские кружки. То есть видная и литература – это брат и сестра, можно сказать так. Готовы к победе? Обязательно. Видное победит. Всем участникам вручили призы от библиотеки, спонсоров отборочного тура и организаторов чемпионата. Следующий тур, куда защищать честь Ленинского района отправится Евгений Зорин, пройдет в Центральной областной библиотеке, а финал состоится летом в Москве. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.